Астрополя и с боковым достоинством изобретавшего универсально усовершенствованный пыли-пневмомешка-выколачиватель. Здравствуйте, дорогие друзья. И вот я вижу, уже кто-то появился. По-моему, я и появился. Пожалуйста, сигнализируйте, как нас видно, слышно. Александр. Александр Кукушкин. Здравствуйте, Александр. И вот Елена Пичук появилась. Елена Решетник. Так, и лайки Елена пошли. Пинчук, Лариса Картузова, Виктория Лосея. Если бы у меня была возможность послать вам лайки, я бы то же самое делал. Так. В общем, я очень рад, что мы с вами каким-то образом опять соединяемся в реальном времени, реально живущие на этой планете Земля сейчас. Ну, что в данный исторический момент у нас происходит? Кроме того, что песня 58 выходит в эфир. Песня 58. 58 номер сегодня, а песня 51. И сегодня песня у нас... Песня 21. Да. Песня в 21. Ох, мне пронесло. Это мне это после этого самого. После новогодних праздников. Я уже просто... Надо что-то молотить. Но верьте, что это от души идет. Значит, 58 номер, песня 21. Сегодня весело будет, вы чувствуете? Ну да, сегодня, наверное, будет весело, песня веселая. Сергей Попенко, добрый вечер. Добрый вечер. Настя Рухварк. Настя, привет. Александр Кукушкин, Виктор Новицкий, Буонасера. О, Буонасера. Лариса Картузова, привет, витаю. Теж. Вот. Ришат Гатаулин, все отлично видно и слышно. Спасибо. Привет вам. Спасибо. Вот. Что у нас сейчас на исторический момент происходит? На улице, во-первых, то морозяка, то не морозяка. Зима красивая выдалась. Вот. И в Беларуси, и в Украине, и в Петербурге. И тем более на северах. Снегу немерено. В Японии тоже снегу немерено, как я понимаю. Знаменитые сосули. Сосули. Сейчас дворники работают в поте лица своего, сбивают в Петербурге. Будьте осторожны, потому что это неоднократно приводило к плохим результатам. Что еще хорошего происходит? Да, все аптеки в аптеках, как сказал мой директор и наш все оператор нашего эфира Елена Пинчук, в аптеках сейчас просто очередь. Почему? Я сам не ходил в аптеку, потому что сам 4 дня болел. Вот, и тут почувствовал, что начинаю выздоравливать, подумал, надо уже выздоравливать прямо в эфире, решил спеть хорошую песню. Несмотря на то, что, ну что, у нас еще есть всякие такие неприятные вещи, как, например, украинские моряки, обстрелянные в нейтральных водах, сидят в московской тюрьме, пока сидят они там, вот, как это называется, оценку дадут политики, вот такая история есть. Взрывы, которые произошли в Магнитогорске. Вокруг них много всяких загадочных слухов. Вот, естественно, мы выражаем соболезнования. Вот, всем, кто к этому причастен, тех, кого коснулось это событие. Что в данный момент в этой исторической момент еще происходит? Ну, зима. Зима. Просто зима. И хочется на ее как-то встряхнуть. Елки еще новогодние сбрасывают, как показали нам фишели, типа сбрасывают иголки свои. У некоторых у нас не сбрасывают, у нас все нормально. Вот. И надо песню петь. Да. Вячеслав Болезников смотрит, и Елена Смирнова пишет. Плох интернет, но стоп-кадры обаятельные выходят. Да. Елена Береговая, Сергей Попенко, Владимир Путин, президент РФ, уже готовится к международному трибуналу. Да. Вячеслав Болясников, здорово. Михаил Офицеров, начинайте. Добро. Песня называется «Актриса». Несмотря на то, что такой отходняк от праздника происходит, да. Еще, конечно, неделю назад православные праздновали рождение парня, который пытался спасти человечество. Вот. Ну, я думаю, что присоединяемся к этому празднику тоже. Наверное.
когда ваша девушка слишком большая актриса. Вам следует ждать каждый день небольшого сюрприза. Поскольку звезда есть звезда от макушки до низа. Стриптиза душевного в целом, открытая виза. Она королева, рабыня, вдова, куртизанка. Местоположение секрет, это какая-то партизанка. Всегда в увлечении поэтом, певцом или актером. Любовь, как с гусыни вода, отряхнулась и дёгу. Актриса всегда влюблена, это, в общем, нормально. Король, принц, козёл, иногда, иногда виртуально. Ведь каждая женщина в жизни немного актриса. Мужья жаждут правды, выбрасывайте телевизор и пойте такую песню типа. Don't worry. Не стоит ходить по конькам и карнизам, однако. Ища ее в небе, она репетирует с Яго. Вы лучше носки постирайте и брошенный лифчик. К утру эти звезды растают, все будет отлично. Мы споем вместе эту песню такие. Дива! Забудьте, что я выше вам спел. Это полная лажа. Ведь это конкретная девушка, ваша, не ваша. Ее нет самой у себя, этот факт очень важен. Ее нет нигде на земле, нету в космосе даже. Песня называлась «Актриса». Я совсем забыл название этой песни. Извините за тавтологию. В начале нашей программы. Почему она исполняется с неправильным произношением буквы «Р»? Не знаю. Вот так написалось изначально. Вот как пришло в голову. Надо петь ее немного картавя. Вот. И, конечно, я продолжаю испытывать игрушку, которую мне подарили на день рождения. Это вокальная примочка, и мне очень нравится. Я могу бесконечно дурачиться с ней, с этим хором помощников. Если у вас срочно есть какие-то вопросы, быстренько задавайте их, быстро на них отвечу. Александра Смирнова смотрит и котиков нам присылает. Да, Смирнова, да. Не поверю. Смирнова смотрит другую команду. Владимир Дудин пишет: «Привет с прошедшими тебя». Спасибо. Вероника Лига.
Радуется. Да, Италия с нами. Солнечная Италия. Катя, она сейчас не там холодно, наверное, да? Вероника, наверное, холодно. Не знаю. Она снег тоже, нет? Вероника, как в Италии? Да, как холодно в Италии? Холодно или нет? Напиши нам. Перекличка на планете Земля. Ефим Вайнер пишет: Хьюстон в зале. Окей. I'm very glad to see you. Что лучше? Очень чувствую. Алекс Лисовский, Sensor добрый you. Вечер, друзья. Извините, опоздала. Вижу, здесь очень весело. Ну, что нам делать-то в столь... Есть, конечно, повод веселиться. Какой повод веселиться? Что все-таки 22 декабря уже черти где, и солнце уже давно повернуло в сторону весны. Конечно, это еще не скоро, но она греет, она обладает, наша Земля, большим количеством тепловой инерции. Но все-таки солнечные дни уже становится больше, солнце становится больше в наши дни. Ришат Гатаулин, спасибо за замечательную песню. Удачи нам всем, друзья. Да. Михаил Офицеров, спасибо, пишет. Александр Кукушкин, спасибо за песню. Татьяна Шишкова смотрит. Спасибо, Татьяна. Ефим Вайнер пишет: хорошая примочка. Спасибо. Звучит классно. Классно. Рекомендую. Ольга Бурдилова смотрит. У нас также. И присоединились Сергей Подосенов, Петр. Петр, короче. Виктор Новицкий. Ну, по крайней мере, того, кого мы сегодня, то есть прямо сейчас не заметили в прямом эфире, потом я спокойненько, как обычно это делаю, посмотрю и порадуюсь, что вы были в эфире, и попробую успеть ответить, если там будет вразумительно, а то не что-нибудь невразумительно. Все равно приятно энергетически почувствовать, что мы как-то вместе как-то летим со скоростью. Олесь Молчанов. Олесь, ничего себе. Елена Кожевникова, Александр Смирнов, там я уже видела. Да, Смирнов это уже. Олесь есть. Молчанов пишет: Миша, поздравляю со всеми прошедшими. Да. Рылеев, Рем Рылеев. Ага. Рем Рылеев. Очень приятно. Да. Нас иногда тут эти титры запаздывают. Ежели вам песня понравилась, там всего три аккорда. Ля мажор, ре мажор и ми мажор. Играйте. Вот. И припеве вообще два аккорда я играю, хотя, может, там даже больше. Это не важно. Когда у хорошей компании, хорошие напитки, можно играть песни и на один аккорд, и без примочки. Вот Виктор Новицкий пишет: Венеция. У нас тут плюс три. А Вероника пишет, что на севере довольно холодно, ночью минус 2. А у нас минус 1. На самом деле, то есть, на самом деле, действительно, грипп гуляет, он как бы даже до Мариуполя, вот, сообщают друзья, как бы в Мариуполе тоже народ болеет. Вот, и есть плохие вести от этого гриппа, так что, пожалуйста, что там? Чеснок. Чеснок, лимон, корешочек, Корешочек? Это... Женьшень? Женьшень, это для другого дела. Это тоже надо, ребят, тоже надо. Как это, корешочек-то? Это... Да, джинджер. Джинджер, да. Как это по-русски? Мы уже забыли. Джинджер, короче. А как по-русски, мы уже успели забыть. Имбирь. Имбирь, yes, of course. Вот. Значит, если песня понравилась, мы, естественно, вам сбросим текст, аккорды. И, пожалуйста, позже для своих любимых можете даже, естественно, подставлять свой текст, проявлять какое-то творчество. Не обязательно один к одному перепевать ее, если у вас появится какой-то свой текст со своими заусенцами, там, шутками, прибаутками, которые подойдут к вашей компании, автор будет только счастлив. И тем более, что у нас сейчас уже до следующего Нового года осталось всего 354 дня. Пожалуйста, вот всего-то 354 дня осталось. Ребята, давайте поскорее мобилизуйтесь. Все, что вам понажелали, не просто сидите так, сейчас сбудется, а руки в боки и вперед. Достигните этих достижений. Извините, Вероника пишет: Миша не разочаровывает никогда. Генератор позитива.
А вот Алекс Лисовский уже собрался в гости к Виктору Новицкому. Они уже в нашем эфире договорились. Да. Ну, мысленно за любовь. А Смирнова пишет коньяк. Хорошо. Я понял, Смирнова принесет коньяк. Смирнова. А, значит, кота черного прислали. Хороший котик. Красиво. Спасибо, Александр. Рядом котик по имени Коньяк. Я думаю, не забуду. Вот. В общем, всем привет. Даже тем, кто украинским морякам, которые сейчас сидят в тюрьме, в Лефортово или где. Ну, кто-то там в Лефортово, кто-то еще. Сейчас я путаюсь, не такой уж специалист. Хотя хотелось бы, чтобы они, конечно, были со своими семьями. Вот. Чтобы все были со своими семьями, со своими любимыми, со своими близкими людьми. И вообще, черт подери, надо, чтобы в мире был мир. Все, обнимаю. До новых встреч в эфире. Да, и начинаю вам сейчас отвечать пальцами в этой самой, по клавиатуре. Все, мои хорошие. Пока. Жизнь продолжается.